Время прогнозов в нашей программе. Первое слово нашему планетологу Александру Соколову. На этой неделе мы переживем ряд кульминаций планетарных взаимодействий. И, например, это соединение Марса с Плутоном, который обычно возбуждает в нас огромную энергию, однозначно избыточную. Поэтому кто-то ведет себя неосмотрительно, попадает в аварии и терпит различные катастрофы. Но для людей разумных это время, когда можно в буквальном смысле свернуть горы и перелопатить огромное количество работы. Другое соединение – Венера с Сатурном. Это причина для того, чтобы воплотить прекрасное. Будь это наши мечты или, может быть, даже отношения с близкими. И самое приятное, что эти два соединения очень гармонично взаимодействуют друг с другом. И причем первое больше влияет на мужчин, второе на женщин. Поэтому мужчины больше будут проявлять активность, женщины будут более стабильны и, может быть, консервативны в своих каких-то движениях и помыслах. И идеально, если мы будем друг друга таким образом дополнять. Причем, что интересно, кульминация обоих этих соединений – это понедельник-вторник, начало недели. Поэтому мы много интересного увидим. Что касается конца недели, то обстановка может немножечко напрячься. Точное противостояние Солнца и Юпитера, которое дает нам неудовлетворенность тем, что происходит в нашей жизни, придется на воскресенье. Поэтому, наверное, планировать какие-то мероприятия, где мы хотим чего-то достигнуть или просто по-настоящему отдохнуть или насладиться общением с друзьями, наверное, не самое лучшее время. Трудно даже посоветовать, чем заниматься. Аналитика и, так сказать, осмысление жизненного опыта было бы самым правильным, но, может быть, не самым приятным. Ну, и уже в начале следующей недели обстановка опять будет немножечко улучшаться, так что, как всегда, с переменным успехом, но более гармонично выглядит первая половина недели. Удачи!